Один человек получил травмы в ДТП в Яранском районе. Там водитель 14-й модели ВАЗа сбил лося. Подробности этого и других дорожных происшествий за сутки в рубрике «Обзор аварий» материал подготовил мой коллега Сергей Пичугин. Авария произошла 7 октября в 0:25 ночи на 159-м километре дороги Вятка. По предварительным данным, 26-летний водитель 14-й наехал на внезапно выбежавшего на дорогу лося. От удара кузов легковушки искорежил, а тяжелые травмы получил 28-летний пассажир авто. Его госпитализировали. За сбитое животное водители теперь могут наказать штрафом в размере 80 тысяч рублей. В Белохолуницком районе на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным, не справился с управлением 26-летний водитель Ниссана Альмера. Иномарка опрокинулась. Сам водитель и два его пассажира 19 и 26 лет получили травмы. По информации ГИБДД, госпитализация им не потребовалась. В Кирове на улице Карла Маркса столкнулись два попутных автомобиля. По предварительным данным, 18-летний водитель 14-й наехал на остановившийся Nissan Primera. В этой аварии пострадала 17-летняя пассажирка «Лады». Медики оказали ей помощь. На улице Ленина произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. По предварительным данным, 18-летняя девушка-водитель Дацуна наехала на 10-летнего мальчика. Школьник переходил дорогу не по правилам. Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. На улице Ивана Попова сбили еще одного пешехода. По предварительным данным, 33-летний водитель Hyundai Creta сбил 84-летнюю женщину. Она шла в неположенном месте. Пострадавшую госпитализировали. Сергей Пичугин, место происшествия.